давайте еще буквально одну секунду. Я попробую загрузить. Если интернет, конечно, нам даст такую возможность. Один видео. Сюжет. Если вы пишете, пока можно не писать, буквально еще нужно пару секунд. Слабо с интернетом, однако. Сейчас попробую через ручку доступа. Так, ну давайте потихонечку продолжим. Вот счеты там получается. Мы, помните, говорили о том, что в результате ареста активистов самолетных процессов, в результате самолетных процессов все активисты движения за выезд, движения за выезд, весь актив движения за выезд, который сложился примерно в период после шестидневной войны, то есть после шестидневной войны и, соответственно, в 68, 69, 70-х годах, их всех либо посадили, либо они уехали. Уехали они как раз по тому самому Андроповскому письму, которое предусматривало выезд наиболее активных граждан. Но в результате того, что начался массовый выезд советских евреев, подавать стали также круг людей, которые стремился выехать в Израиль, расширялся. То есть модель была везде примерно одна такая. Как только становилось понятно, что выезжать можно, больше людей подавали на выезд. В результате среди этой огромной массы, которая выехала за первые три года, это вначале было 12 тысяч, потом было 30 тысяч, и в 73-м году 34 тысячи, была некоторая достаточно значительная, ну, скажем так, составляющая сотни в начале, потом у тысячи, а в конце уже накануне 87-го года десятки тысяч человек, так называемых отказников, то есть людей, которым отказывалось выезд в Израиль, было отказано выезде в Израиль по каким-то соображениям, зачастую по либо без объяснений причин, либо из-за доступа к каким-то, так сказать, условным секретам, наличия формального доступа, секретности и так далее. В результате в Москве сложилась группа активистов, которая, в отличие от активистов прежнего периода, представляла из себя такую очень элитарную публику, скажем так, глубоко интегрированную в советскую жизнь, образованную, зачастую находившуюся на всяких руководящих постах в науке, в производстве. И таким образом советская власть, ну, как бы сама себе вырыла яму в этом отношении. То есть, не давая разрешения на выезд этих людей, они тем самым создали новое лидерство внутри движения. Как действовали, что происходит в самом начале 70-х годов, как, собственно, эти люди боролись за выезд. Они продолжали ту же самую политику, что и была опробована, успешно опробована в 68-69-х годах. То есть это были демонстрации, это были походы в АВИР, походы в ЦК, было знаменитые несколько походов в ЦК, когда евреи выстраивались, такой некоторые колонны, даже надевали желтые звезды, ну,
проводили непосредственно параллель между узниками, соответственно, нацистских концлагерей, узниками гетто и евреями, которых не выпускают из Советского Союза. И вот эти вот колонны евреев, они шли к старой площади в Москве и, значит, пытались прийти в приемную ЦК. Кстати, с ними даже и разговаривали, им объясняли. И, в общем, смысл был в том, что власти достаточно, скажем, с вниманием относились к этому давлению. И если такая ситуация, которая была бы в 50-60-е годы немыслима, в 70-е годы, благодаря политике разрядки, власти, в общем-то, боялись массовых протестов. То есть самолетное дело, оно показало, что, в общем-то, активные репрессии в отношении активистов движения, они приводят к обратному результату. Во-первых, появляется колоссальное давление со стороны Запада, во-вторых, все больше и больше советских евреев как бы радикализируется, узнавая о том, что есть возможность уехать, узнавая о том, что в целом борьба за выезд в Израиль может быть успешной, и для кого-то она выставляется очень важной. А что произошло дальше? В результате того, что Советский Союз пытался ограничить иммиграцию введением разного рода ограничительных мер, в том числе и финансовых, общественное мнение на Западе, в частности в Соединенных Штатах, надавило через Конгресс и приняло, через Конгресс и Сенат, и приняло так называемую поправку Джексона-Вейлиха. Эта поправка ограничивала торговлю Советским Союзом, ограничивала торговлю и уравнивала впервые за многие годы, связывала две темы. Гуманитарное положение национального меньшинства, или, как они считали, религиозного национального меньшинства в Советском Союзе и, соответственно, международную торговлю. Это было создано, это вообще был очень важный прецедент, потому что он в дальнейшем подчеркнул то, что, скажем так, права человека внутри одного государства не являются внутренним делом этого государства. Это был очень важный принцип, который до сих пор является неким краеугольным камнем в целом правозащитного движения в мире, отношения к нарушению прав человека. И советские евреи — это один из самых классических таких ярких примеров эпохи противостояния двух систем, советской и, соответственно, западной. Но это противостояние двух систем в начале 70-х годов нуждалось в определенной, так сказать, перезагрузке, охлаждении. Оно было как на Западе, так и в Советском Союзе была потребность к детанту, потребность к разрядке. Мы об этом говорили на прошлой лекции, но непосредственным результатом этого стал процесс стал так называемым совещанием безопасности и сотрудничества в Европе. Что это такое было? Значит, что нужно было сделать? Дело в том, что события в Чехословакии 1968 года и вообще все вот эти вот, так сказать, недовольство нестабильная ситуация в странах Восточного блока, в странах Варшавского договора, она, в общем-то, четко показывала Советскому Союзу, что необходимо достичь с Западом четкого понимания о том, что каждый не лезет в свою систему. То есть Запад, с одной стороны, был заинтересован в том, чтобы как бы прекратилось бы, чтобы Советский Союз перестал бы быть агрессивным государством. Да? То есть то, что перестал бы, скажем так, открыто претендовать на некоторое глобальное лидерство и на, скажем, победу над противоположной системой. Точно так же в Советском Союзе детант с Западом нужен был для того, чтобы зафиксировать статус-кво. То есть зафиксировать то, что советская зона влияния такая неизменная, и Запад не собирается, скажем, оттаскивать от Советского Союза какие-то, скажем, страны. Почему закончилась эпоха разрядки, что было такое очень важное? Помните, какое было событие, стало очень важным символическим концом детанта и фактическим концом детанта? Что там случилось? То есть начинается детант в тот момент, когда, значит, фактически становится ясно, что американцы не победили во Вьетнаме, да, то есть вот эта вот страна, которую пытаются перетянуть, да, из одного лагеря в другой. Там происходит поражение Соединенных Штатов во Вьетнаме, а в 79-м году Советский Союз что делает? Входит в Афганистан, то есть пытается перетянуть Афганистан на свою сторону. И вот это как бы ознаменует конец детанта.
То есть самое главное было это сохранить статус-кво и как бы уважение существующих границ. Так вот, как к этому всему, какое все это отношение имело к еврейской карте, она стала частью, скажем так, противостояния Востока и Запада, частью переговорного процесса. И поэтому именно иммиграция евреев из Советского Союза была некоторым маркером, показателем доброй воли СССР. Сами отказники в тот момент уже ощущали, совершенно справедливо ощущали, что они не просто являются некоторым, скажем так, материалом, они являются уже сами субъектом этой политики. В результате в 73-74 годах среди отказников возникла довольно странная идея, как потом выяснилось, у них возникла идея стать некоторым субъектом переговоров с советской властью. То есть среди отказов появилось несколько человек, которые пошли в Комитет государственной безопасности, но пошли туда не для сотрудничества, а пошли, как им казалось, для того, чтобы провести некоторые переговоры с КГБ. И идея была такая, что мы придем, и мы скажем, слушайте, смотрите, вот сейчас должны принять поправку Джексона Вейна. Если Советский Союз выполнит наши требования и отпустит нас, отпустит некоторое количество активистов, там были еще другие требования, там, разрешит какие-то там элементы еврейской культуры, которые нам нужны, там, преподавание иврита, то мы, соответственно, мы, наш голос отказников, мы заявим в Америке, что мы выступаем против того, чтобы была принята поправка. То есть мы не настаиваем на ее принятие. А дело в том, что в целом, когда принималась поправка Джексона, очень было важно для конгрессменов, для сенаторов, вообще для западного общественного мнения, было очень важно понять, а сами-то советские евреи как к этому относятся. Поэтому письма активистов в поддержку поправки или, скажем так, не поддержки, могли бы иметь решающее значение. Да, потому что в конечном счете это все делалось ради них. Да, ради того, чтобы советские евреи могли выехать, а отказники в тот момент персонифицируют вот это движение. Вот. Так вот, этот очень интересный эпизод, который долгое время был неизвестен, и потом уже только много лет спустя они стали между собой это обсуждать, те люди, которые в этой истории участвовали, он привел к глубокому расколу внутри движения отказников. Что имелось в виду? Дело в том, что, естественно, никаких переговоров, субстантивных переговоров ни с кем Комитет государственной безопасности или там ЦК КПСС вести не собирался. Когда человек приходит в КГБ, он представлял для них интерес только с одной точки зрения, с оперативной. Да? То есть они могли только понять, можно это потом использовать для того, чтобы либо завербовать человека, либо, значит, продемонстрировать какой-то раскол внутри, как-то провести какую-то определенную провокацию. То есть здесь понятное дело, что советская власть никак не была готова воспринимать отказников как некоторых целенаправленных партнеров вообще в чем-либо. Они для них были просто, значит, нелояльные советские граждане, которые вопреки своей, скажем, научной карьере, вопреки своей всей жизни, они вот как-то так взяли и поменяли, совершенно неожиданно сделали такой финт. Ну, тот же самый Слепак, да, я вам рассказывал, Владимир Слепак, который жил в центре Москвы, на улице Горького, отец которого был, значит, старый большевик, он, по идее, не должен был, с ними должно было происходить и такое, по идее, нужно было быть лояльным советским человеком, да, и как бы власть была готова смириться с тем, что какие-то маргинальные элементы где-то там, в Западной Украине, Беларуси или в странах Балтии, в силу просто своего прежнего жизненного опыта, довоенного, скажем, готовы уехать в Израиль. Но вот это вот основной костяк советских евреев, он как бы должен был оставаться лояльным. Так вот, значит, к чему привел вот этот вот поход в КГБ? Он привел к тому, что движение отказников четко разделилось на две группы. Одни, которые поддерживали этого человека и говорили, что как бы это было легитимно, и другие говорили, что это абсолютно нелегитимно, что это как бы полное предательство. И дело даже дошло до того, что в какой-то момент группа американских сенаторов в тот момент приехала в 1974 году, приехала на переговоры с Советским Союзом, туда входил бывший вице-президент США, туда входил также сенатор Джавец, очень такой влиятельный американский, в честь него названы
по-моему, чуть ли не целый центр в Нью-Йорке. Так вот, значит, отказники, и им было предложено, они должны были встретиться с Брежневым, в том числе обсуждать торговые отношения и принятие поправки или непринятие поправки. В тот момент поправка, напомню, поправка была принята осенью 1974 года, вступила с января 1975. Тогда еще, вот в 1974 году, происходит такой вот момент. В результате, значит, часть отказников, им было предложено, этим сенаторам предложили встретиться, значит, отказникам с ними встретиться открыто в гостинице «Россия». И раскол был настолько глубокий, что отказники одни встречались с сенаторами в одной комнате от отеля, то есть номер Джавица состоял из двух, там, трех комнат, большой президентский номер, соответственно, одни люди сидели в одной комнате, сенаторы сидели, значит, посередине, а другие сидели в другой комнате. Сенаторы ходили вначале к этим, потом к этим. То есть вот такой раскол, он, конечно, был достаточно анекдотичен, с одной стороны, а с другой стороны, он свидетельствовал о том, что, в общем-то, внутри самого движения существуют разные точки зрения на какие-то ключевые моменты. И в дальнейшем так примерно получилось, что эти две группы разделились на тех, что называется культурники и политики. Это определение придумал один из отказников, Анатолий Щаранский. Это в тот момент был такой, как молодой человек, ему было, наверное, лет 25-26. Он вот сам родился в Донецке, был очень талантливым математиком, сумел поступить, будучи евреем, сумел поступить в престижный МФТИ, Московский физико-технический институт. Там, соответственно, будучи, там с ним произошла, так сказать, определенная радикализация. Он, в частности, очень уважал Сахарова. И вообще, как бы, Сахаров, вы знаете, да, известный советский академик, отец водородной бомбы, выдающийся ученый. И вот многие студенты, молодые студенты МФТИ, они как бы видели в Сахарове некое такое вот сочетание абсолютного морального авторитета и великого ученого. И Щаранский в какой-то момент сблизился с Сахаровым за счет того, что он хорошо говорил по-английски, ну, по крайней мере, на тот период, вот по сравнению с тем, вообще, как говорили советские люди на английском языке, он также смог установить, он также стал так называемым связным спикером между движением диссидентов и отказников и западными журналистами. И что было еще очень важно, да, естественно, Щаранский подал на выезд из СССР, мне кажется, в 73-м году, что-то в этом роде. И, естественно, ему было отказано, ну, потому что он, так сказать, был студентом какого-то там, закончил вуз, в котором, понятное дело, было значительное количество разного рода тем, связанных с оборонной промышленностью. Хотя, насколько я знаю, Щаранского не было лично у него доступа к какого-то секретности. И, в общем, ему было отказано, и накануне, примерно в 70, если я не ошибаюсь, в 3-4 годах он познакомился с еврейской девушкой Наташей Штиглиц около Московской синагоги. Они вместе учили иврит, и, значит, ей дали разрешение, а ему не дали разрешение. И за несколько буквально дней до того, как она должна была уезжать, они заключили брак, и она уехала в Израиль. Вот такая была интересная история. Почему я это рассказываю? Потому что я вам сейчас буду дальше рассказывать про некоторую ситуацию, в которой Щаранский именно стал центральной фигурой. Так вот, Щаранский, являясь вот этим вот связующим звеном между еврейским движением отчасти и журналистами, он также очень активно и плотно сотрудничал с диссидентами, прежде всего с академиком Сахаровым. И с его, соответственно, дружил с Сахаровым и с его женой Еленой Георгиевной Бонар. Дальше что происходит? Происходит процесс, который назывался «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Это была некоторая, так сказать, конференция. Процесс происходил в 1975 году, в результате которой была создана Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. И было подписано некоторое рамочное соглашение, включавшее в себя несколько, так сказать, то, что тогда называлось корзин. То есть это политическая корзина, признававшая границы, то есть признававшая незыблемость границ социалистического блока, стран социалистического блока и, соответственно, стран европейских, не входящих в орбиту влияния Советского Союза, и была так называемая гуманитарная корзина. Гуманитарная корзина, она, естественно, принималась
под давлением западных стран, и эта гуманитарная корзина означала, что гуманитарная часть этого рамочного соглашения означала, что государства, участвующие в ОБСЕ, они как бы берут на себя обязательства по исполнению прав человека, в том числе должны обеспечить свободу въезда и выезда. И, соответственно, приняв это соглашение, подписав в Хельсинки итоговый акт, Советский Союз брал на себя эти обязательства в 1976 году. Так вот, правозащитники советские правозащитники, в частности, такой Амалик, известный своей книжкой «Существует ли Советский Союз до 1984 года», который в тот момент ходил в самоиздате и казалось таким как бы некоторым очень странным вопросом, но на самом деле это был, если называть эти вещи своими именами, Амалик был такой просто талантливый политолог. Талантливый политолог, который в тот момент был фактически диссидентом, потому что, как бы, ну понятно, да, человек не мог написать в Советском Союзе книгу по существует ли Советский Союз до 1984 года, задавая этот вопрос, как бы он на самом деле ставил под сомнение ту самую незыблемость, потому что, в принципе, большинство граждан СССР были абсолютно уверены, что Советский Союз будет существовать сотни лет вперед, и как бы, не знаю, наступит, не знали они, наступит коммунизм или не наступит, но советская власть казалась абсолютно незыблемой. Да? И никто, безусловно, в том числе и на Западе, всерьез в середине 70-х годов не предполагал, что Советский Союз распадется там через меньше, чем через 20 лет. Так вот, в частности, у Америка и у других людей, диссидентов Гинзбурга, Сахарова и так далее, возникла идея того, что нужно создать некоторую правозащитную группу, которая будет заниматься мониторингом соблюдения Советским Союзом третьей корзины Хельсинского соглашения. И они назвали эту группу Московской Хельсинской группой. В Московскую Хельсинскую группу вошло несколько очень известных правозащитников и диссидентов, но что было важно и интересно, в тот момент отказники уже представляли собой серьезную политическую влиятельную силу, в том числе и в целом в инакомыслии. Да? И, соответственно, часть отказников, в том числе Слепак, Владимир Слепак, профессор Лернер, Илья Рубин и молодой, в тот момент, самый молодой из них Анатолий Шаранский, они вошли в состав Московской Хельсинской группы для того, чтобы в составе МХГ мониторить и, соответственно, докладывать о несоблюдении Советским Союзом своих обязательств в отношении въезда-выезда евреев. И вот этот момент смычки, слияния диссидентов и отказников был очень важной стратегической историей, которую вот эти политики, как их стали называть, совершили, вот именно, был совершенно такой очень важный момент слияния. Значит, этот союз вызвал крайнее недовольство в Израиле, в том числе в службе «Натив». И как сам потом Щеранский, собственно, он об этом пишет или там говорит в разных родах мемуарах, по крайней мере, то, о чем он пишет Шаровскому, что в тот момент Ливанон, помните, да, Нехемия Ливанон, который в тот момент возглавил службу «Натив», с 70-го года он возглавлял ее, он, значит, вызвал или там поговорил с женой Шаранского и сказал: слушай, вот, значит, все, забудьте Шаранска, нет такого человека, он совершил колоссальную ошибку, и даже ничего по этому поводу не думает. А, соответственно, она оказалась крайне, ну, скажем, это действительно был тот самый случай, когда, вот, собственно, я вам сейчас покажу, такая вот известная есть фотография, она стала вести общественную кампанию в начале, пока еще, конечно, Саранский не стал тем, кем он стал, понятно, да, мы сейчас об этом расскажем, но она уже тогда стала пытаться вытащить своего мужа в Израиль, да, вот помните, как Казаков устраивал голодовку Организации Объединенных Наций, и это помогло, он просто смог первым вытащил своих родителей, из железного занавеса. Естественно, что Штиглиц тоже, Штиглиц, или как она называлась, Авиталь Шаранский, она взяла имя Авиталь, она стала, соответственно, бороться за то, чтобы Натан, это, соответственно, имя Шаранского, которое он взял, когда он стал учить иврит, она боролась за то, чтобы он выехал, и вы ей сказали: все, забудь об этом, мы тебе не будем помогать, потому что вот этот союз с диссидентами, это совершенно то, против чего мы выступаем. Почему? Потому что
классическая модель была такая, что Советский Союз не изменить. С Советским Союзом лучше договориться. Если не получилось договориться, лучше надавить. Надавить надо только за то, чтобы евреи выезжали в Израиль. Никакие внутренние проблемы правозащитного характера Израиль нас не интересует. Да? То есть мы не пытаемся сделать Советский Союз лучше, изменить его или там, скажем, как-то на него повлиять. Вторым отказником, который присоединился к... другая фотография, это Слепак, его жена Мария и двое его сыновей. Сыновьям в середине 70-х годов удалось уехать в Израиль, и у Слепака тоже, так сказать, была достаточно трагическая история, когда он сидел в Советском Союзе, сидел много лет, а его, соответственно, сыновья уехали. Так вот, в этот момент смычка, вот это слияние отказников и евреев, и диссидентов, оно также очень серьезно взволновало власти КГБ. И они стали думать, что с этим делать, и решили, что Шаранский — это слабое звено во всей этой вот этой вот цепочке. То есть понятное дело, что посадка Сахарова в тот момент была немыслима, да, в тот момент еще в эпоху Дитанта, совершенно было, очень сложно было посадить какого-нибудь, скажем, профессора Лернера, которому в тот момент было там 60 лет, он был одним из ведущих кибернетиков Советского Союза, и они подумали, что вот этот паренек, которому еще нет 30, что если его взять, если его, значит, соответственно, сломать, то они тем самым дискредитируют идею МХГ и вообще как бы нанесут вот этот удар по смычке диссидентов и евреев. А на чем они взяли Шаранского? Где они нашли это слабое звено? Во-первых, они смогли сделать так, что они подослали к нему некоторого, значит, как это называется, не знаю, провокатора или какое правильное слово. В общем, возле Шаранского появился некоторый человек, который звали Александр Липавский, который стал его доверенным лицом. У Липавского была машина «Волга». И Липавский, соответственно, Шаранского куда-то там возил. Например, вот один момент Шаранский ездил в Воронежскую область, потому что там были субботники, русские крестьяне, которые приняли иудаизм еще в 19 веке. И в 70-е годы эти крестьяне, значит, они тоже решили уехать в Израиль. И их не пускали, их жестко не пускали и очень сильно на них давили, потому что как бы они были, ну, вообще, вот какие вы тут евреи. То есть, понятное дело, для Советского Союза то, что они исповедовали иудаизм, это вообще было, как бы никак не маркировало их как евреев. И тем более речь не шла о воссоединении семей никаких там. Ну, какие-то там субботники жили в Израиле, как вы знаете, или приезжали туда еще там в начале века 20-го. Но в целом вот Шаранский ездил туда, в село, насколько я понимаю, Ильинка. Село Ильинка, там был это вот центр субботников. И он, скажем так, делал некоторый доклад, который потом становился частью бумаг, официального доклада Московской местной группы, посвященный, скажем, дискриминации в отношении вот этих вот субботников. Ну вот Липавский помогал ему ездить, вообще в целом был каким-то вместе с ним. Потом они вместе в какой-то момент снимали комнату или квартиру, потому что Шаранский, соответственно, не было своего жилья в Москве. Вот. И как потом выяснилось, он был таким завербованным, классически завербованным агентом, сотрудником, секретным сотрудником или там, агентом Комитета государственной безопасности. Они его взяли, его отец в какой-то момент был приговорен к высшей мере наказания за хищение, там, растрату, он был, значит, этим самым расхитителем социалистической собственности. Вот. И они, скажем так, нашли к нему путь через шантажируя его судьбой его отца, и, соответственно, этот Липавский, он в какой-то момент еще и ЦРУ умудрилось завербовать Липавского. Как это получилось, это большая сложная история, но он фактически стал двойным агентом и ЦРУ, и КГБ. И это была совершенно колоссальная удача для комитета, что этот человек вошел в доверие Шаранского. Кроме этого, Шаранский занимался тем, что в рамках работы МХГ собирал списки отказников. Списки отказников, чтобы показать, что на самом деле их как бы деятельность не несет никакого секретности, то есть секретность является формальной. Но, и насколько я понимаю, собирая списки отказников, он также указывал места, где они работали, то есть указывал название вот этих вот ящиков. Да? Ящики, так в Советском Союзе назывались закрытые НИИ КБ. И они ему влепили, соответственно, измену Родины, потому что он как бы занимался шпионажем, то есть он собирал списки секретных этих самых предприятий СССР.
Соответственно, сделано это было торжественно, сделано это было так ярко. Была проведена такая новая мощная кампания. Значит, Липавский выступил, значит, была опубликована статья в газете «Известия». Липавский, значит, там выступил, сказал, что вот он там шаранский шпион, значит, что он работает на западные спецслужбы, собирает, значит, под маской отказника, там, борца за выезд, за свободу, и там диссидент, он на самом деле является просто обыкновенным матерым шпионом. Соответственно, Шаранского арестовывают в самом начале 1977 года, арестовывают его на квартире Слепака. Слепак живет прямо в центре Москвы, и борьба за... Естественно, ему, естественно, сразу же ему говорят, что его расстреляют, потому что, значит, статья «Измена Родине», то есть начинается вот этот очередной расстрельный кейс. И в этот момент Израиль не хочет бороться за Шаранского, да, потому что как бы они вообще не хотят поддерживать смычку диссидентов и евреев. И жене Шаранского удается фантастически, практически вначале одной, а потом уже с помощью многих разных других людей, поднять вот эту международную кампанию в защиту своего мужа. И это, конечно, был такой выдающийся пример абсолютно гражданского мужества, потому что мужу Шаранскому дали там большой срок, его не расстреляли, ему дали большой срок, он был обменен на советского шпиона в 86 году. То есть тогда мы с ним поступили примерно так же, как с Кузнецовым и Дымшицем и всеми самолетчиками. Ну, то есть, вот смотрите, вот она за него боролась, как она уехала там в 1974 году, и до 86 года она как бы вот все это время толкала эту историю, и фактически вот эта вот пара, Абиталь и Анатолий, они стали на Западе вот таким вот символом того, как вот, значит, двое любящих людей, соответственно, верны друг другу, и просто верны. А вот она подняла международное общественное мнение на то, чтобы их семья воссоединилась. Ну и как бы на самом деле действительно это один из таких наиболее, ну скажем, трогательных моментов вообще всей борьбы за движение за выезд в Израиль. Это именно борьба Абиталь Шаранской за возможность, за свободу мужа. И Шаранский становится самым главным таким иконой вот этой вот борьбы. И я сейчас попытаюсь вам включить вот этот фоторяд, вы посмотрите, если у нас интернет заработает. Но, конечно, в какой-то момент, вот здесь уже Израиль сломался, потому что они поняли то, что они не поддерживают Шаранского, и то, что они сказали своим, значит, организациям, которые с ними сотрудничали в Штатах, чтобы они как бы не очень помогали, они поняли, что они уже отстали, что как бы уже они тоже включились, естественно, в эту историю. И понятное дело, что Шаранский, когда он вернулся, переехал в Израиль, он стал суперважной фигурой с точки зрения символа. Как он стал суперважным символом борьбы за советских евреев, и в 87 году он участвовал в самой крупной демонстрации еврейской последних там 50 лет. Это была демонстрация, которая собралась в Вашингтоне. Они встречали с Шаранского как главного героя. Нет, демонстрация, как бы, как многие потом на Западе считали, как бы сыграла решающую роль в том, что открылись ворота и так далее. Но это уже условно другой вопрос. Ну, вы многие знаете, что, естественно, потом Шаранский в Израиле, он вначале создал называемый сионистский форум, и на основе этого сионистского форума общественное объединение была потом создана партия Исраэль Ва-Алия в 1996 году, и Шаранский, собственно, стал первой фигурой, который смог достичь политического веса в публичной политике Израиля. Ну, это такой первой ласточкой, то есть вот первый такой, как бы, он был, собственно, первым депутатом Кнессета и главой партии, и его партия вошла в Кнессет в 1996 году и стала представителем, голосом репатриантов. И это было очень важно, потому что в какой-то момент многим показалось, что отказники — это как бы одно, а те люди, которые уехали из Советского Союза и из России в Израиль, это как бы уже совершенно другая публика, они между собой как-то не очень связаны. И то, что Шаранский смог в 1996 году фактически заявить себя как лидер русскоязычной общины Израиля, это на самом деле во многом была такая очень важный момент, что называется,
реабилитации всей этого движения, потому что в конечном счете это показало, что отказники не просто боролись там за себя или за какую-то там узкую группу лиц, а на самом деле они действительно были еврейскими лидерами. Вот это вот голосование, с моей точки зрения, голосование за русские партии в Израиле, которые возглавили бывшие отказники, оно было так сказать, очень важным моментом воссоединения вот этой вот огромной массы, да, которая, советских людей, которые внезапно уломанулись в Израиль в начале 90-х годов, даже не очень понимают, что там в конце 80-х, начале 80-х, даже не очень понимают, куда они едут, да? И они только поехали в Израиль, уже потом стали ощущать себя, в конечном счете, там, евреями, там, еще кем-то, пока это было... И вот то, что отказники смогли возглавить эту волну, эту общину, часть израильского общества, был очень важным символическим моментом. Но сейчас я хотел бы вернуться к делать такой небольшой, вернуться к теме иммиграции и что происходило. И я, вы, наверное, поймете, почему я сейчас упомянул именно вклад Шаранского в создание русскоязычной партии и в то, что как бы его стали воспринимать как лидер русскоязычных евреев в Израиле. Что потом произошло, интересно. Значит, в... Получается, мне эту историю запустить. Давайте проанализируем вот эту табличку и попробуем на примере документов из украинских архивов. Я вам сейчас попытаюсь объяснить, какова была ситуация непосредственно с выездом. То есть, что происходило с выездом в 70-е годы. Я вам рассказывал на прошлой лекции, что там было основных два фактора, которые регулировали этот миграционный поток. Первое, это в начале 70-х годов, прямо с самого начала, стало понятно, что власти принимают вызовы не только от ближайших родственников, но и любых родственников. Соответственно, каждый получавший вызов в Авире перестали его, так сказать, докапываться, настоящий это вызов или это какой-то там фиктивный родственник, а натив, в свою очередь, выпускали официальные документы израильские, в которых эти родственники, там, эти люди были, соответственно, указаны, и натив шел сознательно на то, чтобы, не то что обманывал, но израильский закон предусматривал право каждого еврея на репатриацию, да, соответственно, если для этого нужно было выдать какую-то бумажку, где было написано, что там какой-то некий человек является родственником другого человека в Израиле, Израиль на это шел, потому что это не противоречило их представлению о том, о праве евреев, да. Но это противоречило, как бы, с формальной точки зрения советскому принципу воссоединения семей. Так вот, вы видите, у меня здесь есть столбец, который показывает, какое количество вызовов высылалось, да. Обратите внимание, что если в 1971 году было 22 тысячи вызовов, в 72-м 40 тысяч вызовов и в 73-м 40 тысяч вызовов. А что дальше произошло? А дальше произошло падение выезда. В 74-м году, как вы видите, выезд составил 20 тысяч человек, а в 75-м 13 тысяч человек. Ну, произошла такая очень интересная история. Считалось, на Западе считалось, естественно, Израиль считал, что просто перестали выпускать. Ну что, как бы вот стали давать больше отказов, и это как бы Советский Союз закручивает гайки. Но если вы посмотрите внимательно на эту таблицу, то, может быть, вы сможете понять, что там происходило на самом деле, что случилось в 73-м году в Израиле. В Израиле случилась война судного дня, да, то есть в октябре 73-го года попытка реванша, которая, естественно, провалилась, да, то есть понятно, что Израиль вновь одержал победу над своими арабскими соседями, но победа далась совершенно другой ценой. Во-первых, Израиль был не готов к этой войне, то есть это было, соответственно, война была внезапной для Израиля, то есть это был, соответственно, там были военные ошибки, там фактически ценой совершенно огромных жертв и невероятных усилий удалось остановить наступление сирийских танков, то есть фактически там Израиль находился на грани военного поражения в какой-то момент. И для страны, которая победоносно выиграла шестидневную войну, и всем казалось, что Израиль там одним пальцем может всех, значит, своих соседей придавить, это был некоторый, скажем так, позор. И, естественно, арабские страны объявили, что это
колоссальная победа их над Израилем и так далее. Но что произошло дальше? В Израиле в целом наступил некоторый идеологический кризис в стране. И этот кризис, он выражался в самых разных факторах. То есть вот этот вот образ, скажем так, выдающегося такого борца-кибуцника, который, значит, побеждает всех, строит счастливое будущее на земле Эрец-Исраэль, он как бы уже стал несколько, так сказать, олдскульным, выражаясь сегодняшним языком, а вместо этого появился некоторый израильтянин, который ощущает экономические проблемы, который ощущает арабскую блокаду, и который думает, а почему я должен жить в Израиле, почему я не уехал, почему мне куда-нибудь не уехать? И возникло, после 73 года возникает такой феномен, который называется ереда. Ереда – это противоположность от алии, то есть алия – это подъем, а ереда – это израильтяне стали уезжать из Израиля. И куда они стали уезжать? Ну, они стали снова уезжать в Америку, да, там появились огромные общины израильтян в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке. Они стали уезжать в Канаду, в Австралию. То есть на самом деле израильтяне стали себя вести так, в целом, как вели себя, в общем-то, евреи на протяжении там, последних 150 лет. То есть возникла какая-то вот обычная эмиграция. Но в Израиле она воспринималась сверхтяжело. То есть, как бы, конечно, скажем так, этих людей не объявляли предателями, так как объявляли советских граждан, выезжающих за границу. Но в целом это был очень такой тяжелый момент. И он, и безусловно, свидетельствовал о существенном кризисе внутри израильского общества. Кроме того, в Израиле возникло движение, в Израиле возник определенный религиозный ренессанс, то есть появилось значительное количество светских израильтян, которые стали вновь обращаться к религии, так называемый Баалит Шува. Да? И много разного рода произошло разных социальных явлений, и в целом, как мы сейчас понимаем, для советских евреев в целом Израиль тоже прекратил быть некоторым, так сказать, что называется, какой-то такой абстрактной мечтой. Очень многие люди, приехав в Израиль, столкнулись с тяжелыми проблемами адаптации на новом месте. Ну, это абсолютно нормальная история, понятное дело, миграция – это тяжелейшая вещь, и наше поколение, прошедшие, скажем так, переезды в другую страну, понимают, насколько вообще это всегда травматично и тяжело. Но для советского человека, который привык, что ему дают жилье, медицинское обслуживание, устраивают на работу, и, в общем-то, ему нужно просто, что называется, вставать в 9, ну, в смысле, приходить на работу в 9 и уходить к 6, и, в общем-то, жизнь за него решалась, да, во время СССР, в общем-то, жизнь человека была абсолютно решена не им, а, скажем так, ему особо ничего не нужно было бороться за то, чтобы у него была квартира, чтобы у него была работа. Все это оказалось, советские люди, которые стали уезжать в Израиль, советские евреи, многие к этому оказались просто не готовыми. Да, многие сломались. Возникло, ну, не то, что многие сломались, но, по крайней мере, пошел некоторый поток критических писем. И то есть, если, скажем, в начале 70-х, в 67-70-х годах люди думали, что вот просто они приедут в Израиль, соответственно, если он там главный инженер какого-нибудь там завода в Ленинской области, ему сразу скажут, вот тебе, значит, позиция главного инженера где-нибудь там в Бершеве, и ты там будешь то же самое делать, только уже на благо еврейского государства трудиться. Да? А, кстати, вы знаете эту шутку, что в Израиле вообще не приехал ни одного инженера, в отличие от того, что он говорит ременник. Потому что в Израиле, она вам сказала, что в Израиль приехало 30 тысяч инженеров, там, скажем, первое. Так вот, в Израиль приехало ни одного инженера, в Израиль приехало 30 тысяч главных инженеров. И старших сестер всегда, потому что все евреи, которые приезжали в Израиль, никогда не говорили, что я был простым. Там. Я был очень важным человеком в Советском Союзе. Меня все слушали, меня уважали в цеху, там, я был ведущим научным сотрудником. Теперь я приезжаю в Израиль, ну как бы, и мне нужно что, мести улицы? У израильтян тоже было существенное раздражение в отношении евреев, которые приезжали из Советского Союза. Значит, там тоже была такая едкая шутка. Считалось, что советский еврей приезжает, значит, из Советского Союза и показывает вот так вот. Это значит вилла и вольво. Типа он хочет, чтобы у него вилла и чтобы у него была вольво. Вот. И, соответственно, израильтяне тоже были... Ну, понятное дело, что все следующие и последующие волны алии вызывают, некоторые, так сказать, столкновения при разных волн миграции. Да, и здесь, естественно, скажем так, израильтяне, многие из которых приехали за 20 лет до этого из арабских стран, значит, многие годы они жили во всяких временных жилищах и, значит, испытывали достаточно серьезные проблемы экономические.
приезжавшие эти советские евреи, которые что-то там хотели, чтобы им там все обеспечили. То есть Израиль как бы потерял некоторый ореол такой вот волшебности. И, как вы видите, даже по количеству вызовов, видите, 33 тысячи, 28 тысяч, 33, даже по количеству вызовов, которые запрашивались, видно, что в целом произошла некоторая, так сказать, переоценка вот этого вот направления. Но для активистов Советского Союза, еврейских активистов СССР, и особенно для активистов на Западе, было совершенно немыслимо сказать, что иммиграция идет на спад в тот момент. Для этого нужно было совершить определенные, так сказать, очень серьезную работу над ошибками и признать некоторую проблему. Да? А вот эту проблему многие не готовы были признавать. Значит, что произошло на самом деле? Если вы посмотрите на самый правый столб, иммиграция, вот это вот, видите, иммиграция, все, давайте я включу, может, побольше. Сейчас. Сейчас. Так лучше? Да. Или не особо? Вот как сделать, как сделать так, чтобы было на полный экран? Ну уже. А, больше полный экран, да? Это просто у меня не было. Так вот, значит, параллельно с тем, что происходило, видите, если цифры в Израиле, если проанализировать цифры в Израиле, вот здесь вот, они более-менее, что называется, идут на одном уровне. 8, 7, 8 и так далее, да? А если вы проанализируете цифры иммиграции в США, то они просто постоянно в 70-е годы показывали обычный рост. Значит, что там произошло? Я вам говорил в прошлый раз, что в 71-м, 72-м, 73-м годах 40%, 44% тех, которые выехали, 45% условно, были западниками, 30% это были грузинские евреи, а евреи Москвы и Ленинграда и крупных городов составляли всего там 20%. Так вот, начиная с 73-го года меняется структура выезда, появляется все больше и больше, в 70-е годы появляется все больше и больше вот этих вот ашкеназских евреев, жителей советских, обычных, классических советских евреев, которые задумываются над возможностью выезда в Израиль. Почему? Они видят, что выпускают. Ну да, кто-то, кого-то не выпускают, отказники, но очень многие люди уезжают, соответственно, начинают подавать люди из больших городов. Существовало ли, как люди выезжали? Как люди выезжали? Существовал ли прямой рейс в Израиль, например? Не существовало, да, естественно. С Израилем вообще все мосты были сожжены. Соответственно, человеку выдавалась выездная виза в Израиль. Дальше он покупал билет. Ему покупали билет в голландском посольстве, или там он сам покупал билет до транзитный пункт Вена. А дальше многие советские евреи поняли очень простую вещь, что как только они выезжают за пределы СССР, то дальше на самом деле их жизнь и их судьба находится целиком в их руках. И в тот момент западный мир, неважно, США, Канада, Австралия, они, в общем-то, готовы принять людей из Советского Союза, готовы принять этих людей, как организация. То есть можно получить статус беженца. Эмиграция, двери в США открыты. И вот потихонечку, вот этот поток, который в Вене говорил, а мы не хотим в Израиль, у нас там, мы в Америку хотим. Он рос все эти 70-е годы. Если вы посмотрите вот на этот график, то вы увидите, что Алия в Израиле, вот она, видите, она, значит, достигла своего пика в 72-м, 73-м годах. А дальше пошел ее резкий спад. В то время как эмиграция в Соединенные Штаты, которые в Израиле назвали нашира, то есть отпавшие, она просто, значит, вот росла, и начиная с 77-го года, она просто каждый год увеличилась в два раза. То есть, что произошло? В рамках движения за выезд в Израиль возникла такая обычная, стандартная еврейская миграция из Старого Света в Новый Свет. Как это все происходило технически? В Европе, начиная еще с послевоенного периода существовали отделения американской организации ХИАС, общей помощи еврейским иммигрантам,
эта организация вообще на протяжении последних, там, с 1884 года занималась тем, что помогала евреям технически переехать в Америку. Так вот, у Хиаса было отделение, у них были лагеря, в которых раньше они содержали DP, то есть евреев, displaced persons, евреев, выживших в Холокосте. Там были у них лагеря недалеко от Рима, на берегу океана, Ости и Ладиспы. И, соответственно, еврей, который приходил, появлялся, значит, в Вене, там, на вокзале или в аэропорту, его всегда, его, начиная с примерно 72-73-74 года, встречало два человека. Один человек назывался представитель еврейского агентства Сахнут, а другой назывался представитель американского общества Хиас. И вот этот вот выбор, пойти к нему или пойти не к нему, был таким вот абсолютно вот ключевым выбором жизни, последующей жизни этого человека. И было очень сложно понять, кто скажет, что он хочет поехать в Израиль, а кто скажет, что он хочет поехать в Соединенные Штаты. Ну, опять же, еще одна шутка. Известна вот эта история, когда один корабль едет в Израиль, а навстречу ему едет другой корабль из Израиля. И значит, те, которые едут из Израиля, кричат этим: «Вы сумасшедшие! Куда вы едете?» А, значит, соответственно, люди, которые едут на корабле в Израиль, говорят: «Вы сумасшедшие! Откуда вы едете?» Да? То есть, как бы, мы брали противоположные точки зрения, и на самом деле вот эти вот Ноширим и Алим, они зачастую просто вот в самолете делились, да, вот в самолете часть людей говорила: «Мы едем в Штаты», часть людей говорила: «Мы едем в Израиль». Дальше те, кто ехали в Израиль, их сажали, значит, в автобусы и везли там, специально Сахнут снял такой один замок недалеко от Вены, там вот такой перевалочный пункт. Они там тусовались в этом замке 3 дня, их кормили, поили, значит, и пели песни, и через 3 дня они оказывались уже в Израиле. Что касается людей, которые хотели уехать не в Израиль, с ними ситуация была гораздо хуже. Значит, во-первых, гораздо сложнее у них все это было. Во-первых, значит, израильтяне надавили на Хиас, и Хиас позволял сотрудникам Сахнута проводить с каждым, кто ехал в Америку, интервью, чтобы переубедить его. Значит, во-первых, они пытались их переубедить. Во-вторых, их не сразу отправили в Соединенные Штаты, их отправили в этот фильтрационный лагерь. Ну, окей, лагерь беженцев. Ну, он был нормальный по условиям, но это был такой настоящий классический лагерь беженцев, где в течение примерно нескольких месяцев, иногда и больше, иногда и до года, они ждали возможности интервью с американским консулом. То есть их вообще проверяли, смотрели, спрашивали, кто они. Вот эта вот жизнь в Италии была достаточно для этих, значит, советских беженцев достаточно тяжелые, мы там продавали матрешки, там еще что-то делали. То есть люди стали такими классическими переселенцами. Вы можете почитать, здесь много разных книг на эту тему, но, в общем-то, вот этот вот опыт Ости и Ладиспы, так называются два перевалочных пункта, они такие важные были в судьбе всех, кто уехал в Соединенные Штаты. Когда они приезжали в Соединенные Штаты, соответственно, они в основном селились в крупных городах. То есть история была абсолютно такой же, как она была 100 лет назад. Люди приезжали, большая часть оставалась в Нью-Йорке. Когда они приезжали в Нью-Йорк, они где селились? Они селились на Брайтон-Бич. И там началась вот это вот, то, что американцы сразу назвали Little Odessa. А то, что мы, значит, знаем по... В основном люди, живущие в нынешней России, знают там по фильму «Брат 2». На Брайтон-Бич хорошая погода и что-то в этом роде, я не помню. И, соответственно, возникла такая вот субкультурная община русскоязычных американских евреев. И все эти 70-е годы, число уезжающих в Соединенные Штаты вырастало и достигло пика 31 931 тех, кто уехали в Штаты, а вообще всего там выехало 33 тысячи. То есть в 79-м году выехало 50 тысяч советских евреев, был самый пик выезда был в 1979 году, и большая часть, 33 тысячи человек, уехало в США или другие страны. Эти другие 2 тысячи это другие страны, а в Израиль уехало, соответственно, 17 тысяч человек. Вот очень есть интересный документ, ну такой вот документ, отражающий некоторые эпоху, которую я нашел в украинском архиве, я сейчас вам процитирую. Письмо приходит в январе 79 года в редакцию газеты «Известия».
прошу прощения, это из Гомеля было письмо. Почему увеличился, особенно за 1978 год, выезд из СССР лиц еврейской национальности? Мы люди среднего возраста, 38-45 лет, очень беспокоены этим явлением. Только за декабрь из Гомеля выехало около 400 семей. Страшно, когда покидают пределы страны близкие, родственники, товарищи, с которыми вместе росли, учились, работали. В последнее время инициаторами выезда становятся не старшее поколение, а молодежь 20-25 лет, комсомольцы. Есть среди них и члены партии. Неужели с этим ничего сделать? Стали упорно распространяться слухи о том, что с 80-го года будет запрещен выезд из СССР, что готовится массовое переселение всех оставшихся евреев в автономную республику. Эти слухи будоражат людей и порождают неустойчивость. Кто распространяет эти слухи? Да и как реагируют на предприятиях и организациях, когда становится известно о чем-либо очередном выезде? Начинаются немедленно публичные выступления, которые сводятся к одному – выслать немедленно всех евреев до одного. Может быть, проводимая идеологическая работа, особенно в Украине, Беларуси, Литве, низка. Объясните, пожалуйста, каковы публично, каковы установки нашей пропаганды на этот счет? Значит, в середине апреля 79 года Министерство внутренних дел Украинской ССР докладывало, в органы внутренних дел республики увеличилось поступление заявлений о выезде в Израиль. В 78 году их было 20 841 против 9077 году. В первом квартале текущего года 13 379 человек, что на 7686 больше, чем за тот же период 78 года. То есть вы видите, что по внутренним советским документам видно, что эмиграция во многом регулировалась, основной фактор эмиграции было подача самих этих людей, соответственно, на выезд. И если они видели, что выпускают, количество людей увеличилось из года в год. Особенно в тот момент, когда в середине 70-х годов стало понятно, что путь в Америку открыт, и из Америки тоже стали приходить письма, и в целом эти письма были более, скажем так, оптимистичные, чем письма из Израиля. То есть, как в этот момент говорили отказники, что на проводах евреев в основном каркали. Что значит каркали? Кар – это машина на английском. Соответственно, говорят, кар, поехал в Америку, машину купил. Да? В Советском Союзе машина, в принципе, доступна крайне ограниченному количеству людей. Только у одной из 25 семей в Советском Союзе есть машина. Тут человек приезжает в Америку. Там, в отличие от Израиля, как вам рассказывала Лариса, огромный рынок труда. Там не удалось найти работу, скажем, в Милуоке, поехал там в Окленд. Не удалось в Нью-Йорке, уехал в Бостон и так далее. Плюс к этому, там в отношении Израиля очень жесткая советская пропаганда. Это не значит, что они не отговаривали людей уезжать в Америку. Но Израиль преподносился в советской пропаганде как военный лагерь, пустыня, обнесенная колючей проволокой, где, значит, все новые репатрианты немедленно загоняются в бараки или, значит, бинками в израильскую армию, и там с автоматами убивают, значит, арабов. Вот. Что, и плюс к этому, естественно, в Израиле ужасный климат, который, соответственно, советским евреям противопоказан, особенно вашей бабушке, у которой больное сердце, поэтому туда ехать нельзя. Соответственно, действительно, многие советские евреи, как бы им было некомфортно, им было некомфортно в Израиле. И плюс к этому срабатывала такая классическая такая советская смекалка, что если тебя отговаривают ехать в Америку, значит, надо ехать в Америку. Ну, то есть, как бы, вот тебя там в Вене начинают отговаривать, говорят, нет, ты, значит, пожалуйста, ты, конечно, можешь поехать в Штаты, но лучше ты поехал в Израиль. Говорят, а, значит, что-то там это самое, значит, что-то дело нечисто, да, то есть, что поеду. Если как бы в Израиль я всегда могу уехать потом из Штатов, так уж, если мне захочется, то в Соединенные Штаты из Израиля уже выехать было нельзя, потому что как только вы получали израильское гражданство, соответственно, вы прекращали быть беженцем. И отъезд в Америку, ну, естественно, это можно было сделать, но это было достаточно намного сложнее. Америка уже не предоставляла вам автоматические гражданства там, и прочее. То есть ситуация была совершенно очевидно не в пользу Израиля. И что главное изменилось во всей этой структуре Алии? Если в начале 70-х это в основном были евреи национально мотивированные, то в второй половине 70-х годов это просто обычные советские люди, еврейской национальности, которые понимают, что жизнь дает им уникальный шанс впервые попробовать себя в другом мире. То есть многие люди, естественно, в Советский Союз в этот момент поступает огромное количество товаров, информационных сообщений, фильмов, я не знаю, там все чего угодно, из которых видно, что жизнь на Западе гораздо лучше, чем в СССР с точки зрения материальной. Да? И более того, на Западе можно добиться гораздо больших успехов, чем в Советском Союзе, где тебя ограничивают. Да? В стране с рыночной экономикой очень многим это было привлекательно. В этом не было никакого, так сказать,
Нет, в этом не было никакой идеологии. Помните, на первой лекции я вам сказал, что миграционные потоки бывают идеологические и бывают, вот что называется, экономические. Это была классическая такая вот экономическая миграция, на мой взгляд. Конечно, то есть, например, никаких лидеров у этой иммиграции в Америку не было. Не было никаких, скажем, движений за выезд евреев в США, естественно. Хиас помогал советским евреям переехать из страны из СССР в Америку. Но при этом как бы это не представляло собой некоторой, так сказать, идеологической задачи. А зачем Хиасу это надо было? Вот, тебе зачем Хиасу это нужно было? Хороший вопрос. Давайте я просто сейчас вам еще почитаю, перед этим ответим на этот вопрос, я почитаю вам документ. Значит, смотрите, вот тоже еще очень интересный документ из Кировограда. Кировоградский обком информирует ЦК КПУ в апреле 79 года. В последнее время в области наблюдается активизация миграционных настроений среди лиц еврейской национальности. Если в 78 году при наличии 32 вызовов на 80 человек обратилась за визой одна женщина с просьбой разрешить выезд мужу, то за 3 месяца 79 года уже поступило 16 вызовов на 52 человека, из них 22 подали заявление на выезд. Если в прошлом году удалось 6 вызовов возвратить, то сейчас пока все получившие вызовы вынашивают намерение просить разрешения на выезд. Среди подавших заявлений на выезд 4 члена КПСС, 11 членов ЛКСМ. Среди общественности города это вызвало резко отрицательную реакцию. Имели случаи, когда с подавшими отказывались разговаривать, называли изменниками Родины. Все 4 члена КПСС исключены из партии, однако восприняли они решение об их исключении из партии спокойно. Что интересно, я нашел документ, то есть за этим тоже советские власти тоже с большой тревогой следили за тем, как на выезд стали подавать, что называется, люди, которые, по идее, должны быть лояльны. В частности, вот я нашел такой интересный документ о составе бывших членов КПСС, выехавших в 79 году в Капстраны. В 79 году в Израиль из Украинской ССР выехало 787 бывших членов КПСС и 879 бывших членов ЛКСМ. И вот для сравнения, в 1972 году АВИР, Украинская ССР, выдала разрешение на выезд на постоянное жительство в Израиль 7633 людям, из них 148 были членами партии. То есть это означает, что процент коммунистов, которые подавали на выезд из Советского Союза в конце 70-х годов, был в 4 раза выше, чем процент коммунистов, которые подавали в начале 70-х годов. Вот есть такая очень интересная, тоже довольно смешная записочка. Среди подавших на выезд коммунистов двое работали в выборных партийных органах, это в 79 году. Так, от заместителя секретаря партийной организации Черновицкого «Облремстройтреста», избранного на эту должность в августе 78 года, уже в октябре месяце было получено заявление. «Прошу вывести из состава партбюро с тем, что идейный уровень моей семьи не на должной высоте, который выражается в том, что моя жена выезжает в Израиль. В этих условиях мое пребывание в партбюро нецелесообразно. Вопрос о моем выезде пока еще не решен». То есть, вообще, абсолютная наглость с точки зрения Советского Союза. Человек вместо того, чтобы сказать, что моя жена предатель, и, так сказать, публично от нее отмежеваться, он говорит, мой выезд пока еще я еще не решил, уеду я с ней, не уеду я с ней. Вот. И судя по всему, как бы, наверное, вопрос был решен положительно, этот человек уехал. В общем, вы видите, что происходит совершенно смена некоторого, так сказать, социального состава этой миграции, и, на мой взгляд, это во многом объясняет вот этот вот рост иммиграции в США, при том, что израильская иммиграция, она тоже немножко подрастает. Но это не столь как бы ярко, не столь очевидно. Теперь, почему это нужно было Хиасу? Хиасу это нужно было потому, что американские евреи в целом никогда не были готовы к тому, чтобы административно ограничить приезд евреев в свои страны. Вот они, мы боремся за этих советских евреев. Мы каждый день что-то для этого делаем, ходим на демонстрации. Это важная часть нашей еврейской идентичности. И что же теперь? Мы будем, люди вырываются из железного занавеса, мы будем говорить, нет, ты не имеешь права к нам ехать, езжай в Израиль. Вот тогда для американских евреев это была совершенно немыслимая дилемма. И я вам сейчас зачитаю, если найду, зачитаю заявление, которое в тот момент естественно, что в Израиле крайне негативно относились к нашире. И в частности, служба «Натив»
они на самом деле это пропустили, они, что называется, прошляпили эту историю. Они вначале думали, что это, ну, ерунда, какие-то там люди, там какие-то отдельные случаи, где-то там в Вене, они, значит, куда-то там уезжают. Я как-то в 70-м нашел за заметку, статью в Times чуть ли не 70-го года. Некоторый человек, Анатолий Декатов, я потом не смог найти какое-то продолжение его судьбы, он приехал, значит, в Вену в 70-м году, взял и купил себе билет в Лондон. И приехал в Лондон, значит, пошел туда в газету Times и дал там интервью. Что, вот, а что, я человек свободный, вот у меня там в Лондоне хочу побывать, прежде чем поехать в Израиль, хочу узнать, как у вас тут дела и вообще. То есть такой уровень сознания. Вот тогда еще до советских людей, так сказать, был неочевиден. Да, им казалось, что вот им дали визу выездную, значит, теперь нужно рвануть и шаг влево, шаг вправо, да, и, соответственно, вот это вот как бы ощущение того, что ты свободный человек, можешь решать, что ты дальше своей судьбой сам делаешь, оно не для всех было характерно. Так вот, значит, оказывалось также по просьбе Израиля, узники, то есть самолетчики, которые в тот момент сидели в тюрьме, значит, они сделали петицию, узники Сиона. Вот что они написали, это, наверное, я думаю, какой-нибудь там 77-й год. Каждый человек имеет право на выбор собственной судьбы в соответствии с принципами свободы и демократии, писали они. Но у еврейского народа нет моральных обязательств финансировать поиски ими комфортабельного и теплого местечка. Безумная поддержка на Шрим стала бы нарушением на Шрим, это имеется в виду выезжающих на Шрим. Безумная поддержка на Шрим стала бы нарушением не только моральных принципов, но и элементарной справедливости. Возможности еврейского народа не безграничны. У нас есть наши собственные сионистские идеи относительно того, какими должны быть национальные приоритеты. Защита страны, алия, новое поселение, помощь неимущим в Израиле, развитие еврейской культуры и образование диаспоры и так далее. Помощь на Шрим находится в самом конце очень длинного списка. Видите, да, то есть на самом деле произошел определенный раскол также среди активистов, потому что часть активистов, особенно те, которые в тот момент примкнули к МХГ, они говорили, собственно, понимаете, есть там 13-я статья Декларации прав человека, вторая часть, человек может возвращаться, это как бы право человека, это его неотъемлемое право выбирать себе страну проживания, мы не можем диктовать ему эту историю. Но при этом было всегда давление на ХИАС с тем, чтобы закрыть вот эти вот перевалочные пункты в Владиспале и Остине, и потом уже в 89-м году это, собственно, и произошло, но это немножко другая история. Сейчас я хочу вам рассказать, значит, причем что еще было важно, почему еще американские евреи, в общем-то, не так уж хотели закрывать этот, закрывать дорогу для советских евреев в США, потому что, на самом деле, американская еврейская община, в общем-то, была заинтересована в том, чтобы она увеличилась за счет иммиграции. Причем это были достаточно интересные, яркие люди, многие из них, да, которые американская община рассчитывала также, что они станут ее активной частью. Вот, например, в 77-м году из Москвы уехала семья, да, семья Бринов. Мама работала, там, по-моему, папа был академик, папа работал математиком, мама тоже где-то работала. Значит, они приехали, они стали работать в НАСА, потом у них вырос сын Сергей, поступил куда он там поступил и сделал, соответственно, понятно, да, и стал, возглавил крупнейшую интернет-компанию мира, стал одним из совладельцев. Были и другие примеры, та же самая Мила Кунис, которая сейчас очень известная голливудская актриса, приехала из Черновиц там. То есть это на самом деле алия, в смысле вот этого кашера в Соединенные Штаты с точки зрения американских евреев была не таким уж и отрицательной, была, ну, как бы нормальной. Более того, скажем, дети Слепака, они тоже уехали в конечном счете в Америку. И сам вот этот знаменитый отказник Владимир Слепак, он умер в Америке, потому что когда он стал совсем стареньким, недавно он умер, 2 года назад, соответственно, он уехал просто к своим детям в Соединенные Штаты. И как бы с точки зрения Баренбая, с точки зрения, скажем, психологии отказников 70-го года, уехать в Штаты, это вот что называется предать то, за что мы все боролись, предать, значит, этих узников Сиона и так далее. Но такая была непростая история, и как пытались сами отказники реагировать на эту ситуацию. В 76-м году, параллельно с созданием МХГ, другая часть отказников, вот та самая, которая сидела тогда в другой комнате, она решила, и они сделали достаточно мужественный, как бы, шаг, честно проанализировав ситуацию, они приняли
некоторые для себя внутренние решения, которые они не стали, естественно, декларировать, но они внутри себя поняли, что снижение выезда в 1974 году связано прежде всего с разочарованием людей в Израиле, а также, как они считали, связано с тем, что евреи, которые стали уезжать, они не чувствуют себя национально мотивированно. То есть еврейская мотивация для них является важной частью их жизни. Им казалось, что если человек национально мотивирован, если его подготовить хорошо, если его внушить, значит, мысль о том, что еврей должен жить в Израиле, что это богатая историей и культурой часть страна, то еврей, соответственно, сделает сознательный выбор в сторону Израиля. И таким образом среди отказников возникло так называемое культурническое движение, которое поставило своей задачей проводить праздники для как можно большего количества евреев, издавать культурные самоздатские журналы, издавали журналы «Тарбут», «Наш иврит», «Магид», журналы «Евреи в СССР», в которых рассказывалось о том, что значит быть евреем, о том, о еврейской истории, о иудаизме. В среде культурников также возникло определенное направление религиозного сионизма. То есть вот возникли, скажем, в конечном счете, в начале 70-х годов возникли религиозные общины внутри, в Москве, которые вот были такие религиозные сионистские общины, Маханаем, в частности, Илья Эссе создал общину Швуд Ами, в Риге, выходцы из Риги создали организацию Шамир, если я правильно понимаю, да? Вот. И они занимались чем? Они занимались культурно-просветительской работой. То есть они считали, что Мишнара это плохо, но бороться с ней нужно именно укрепляя еврейское самосознание. И значит, культурники в 1976 году объявили о том, что они созывают симпозиум еврейской культуры в СССР «Состояние и перспективы». И, естественно, этот симпозиум не был, власти не позволили симпозиуму собраться, но симпозиум собрал некоторое количество докладов. Более того, они впервые за многие десятилетия провели независимый социологический опрос еврейского населения в СССР. Они как бы на симпозиум были представлены доклады культурников, в которых объявлялось о том, что наша задача это создавать вот такую вот, что называется, с явочным порядком создавать еврейскую общину внутри Советского Союза. Конечно, такие слова не произносились. До таких слов было еще очень далеко, но в целом, с моей точки зрения, вот эта вот идея о том, что идея борьбы с Нашерой путем просветительской работы в конечном счете привела к созданию вот той еврейской общины жизни, которая зародилась в 90-е годы. Потом, уже когда в годы перестройки появились так называемые неформальные организации, кто-то изучает эпоху перестройки, там развала СССР. Да, соответственно, первая форма легальных еврейских организаций в Советском Союзе, еще до распада СССР, которая появилась примерно начиная с 1988 года, назывались «Общество еврейской культуры». И первая полулегальная организация, которая возникла в Советском Союзе в 1987 году и которую еще пытались разгонять, называлась «Еврейская культурная ассоциация». В «Еврейской культурной ассоциации» было с одной стороны бывшие активисты движения, которые в тот момент уезжали или планировали уехать, а с другой стороны были уже новые, приходящие новые кадры, которые говорили, что просто мы хотим развивать еврейскую культуру. То есть вот это слово «культура» стало таким некоторым маркером, который потом на себя вытащил уже всю остальную общинную деятельность. И это такой очень интересный момент, об этом мало кто этим занимается, мало кто это изучает, но обратите внимание, что именно вот это вот обратите именно на вот эту вот связку между попыткой как-то повлиять на ситуацию и воссозданием новой модели еврейской жизни в СССР. Причем, что тут еще можно добавить в целом? Конечно, что произошло в конце 70-х годов? Почему миграция схлопнулась? Почему цифры вновь стали другими? Я сейчас немножечко помпаю, но называется последняя лекция, других вариантов у меня нет. Значит, в 79-м году, вот я вам зачитывал вот эти вот, соответственно, письма из Украины, там, в частности. Почему я не зачитываю из России? Потому что у меня нет доступа к архиву. Если у кого-то есть возможность в других республиках, там, в частности, в странах Балтии, покопаться в архивах, посмотрите обязательно вот этот вот ключевые периоды иммиграционной истории, это именно 73-74 год, посмотрите, какие цифры там
указаны в отчетах МВД по количеству людей, которые подавали на выезд. Это очень важный маркер. Мы никогда не знали, сколько людей подавали. Все, кто изучал советских евреев и боролся с советских евреев, они всегда знали, сколько выехало и сколько вызовов послали. Но никто не знал, сколько реально подавало. И непонятно, какой был процент отказа. Так вот, с моей точки зрения, как я это вижу по тем документам, которые я копал, в 70-е годы был достаточно низкий процент отказов относительно. То есть примерно, не буду никаких цифр называть, но в областях, где мало было секретных людей с секретностями, там практически 95% уезжало. В больших городах, конечно, процент был выше, потому что очень многие люди работали на каких-то, значит, секретных или псевдосекретных организациях, учреждениях. Так вот, в 79 году, как мы видим, советской власти стало ясно, что если кран не закрыть, то в 79 году выехало 50 тысяч человек, а вызовов было запрошено уже 100 тысяч. И было ясно совершенно, что если в 79 году выехало 50 тысяч, из них 33 в Америку, то в 80-м выйдет 100, ну и так далее. И уже как бы проблема иммиграции из Советского Союза будет угрожать уже, собственно, то есть, как это Тутмет говорила, что сколько в Советском Союзе евреев? 3 миллиона. А если дадим всем уехать, сколько уедет? 25 миллионов. Да? То есть, понятное дело, что еврейская иммиграция вообще могла за собой потащить уже иммиграцию вообще населения. И это как бы совершенно было не то, на что Советский Союз не был готов. В западной историографии, которая изучала, которая до сих пор существует такая точка зрения, что якобы Советский Союз прикрыл иммиграцию в 79 году из-за вторжения советских войск в Афганистан. Это не так. Я совершенно точно могу сказать, что, как известно, решение о вводе советских войск в Афганистан принималось буквально очень короткий промежуток времени непосредственно перед этой операцией. А уже примерно летом 79 года в Украине, в частности, на Украине, то, что я вижу по документам, прекратили принимать документы от любых, а только от прямых, стали принимать документы только от прямых родственников. То есть вот этот механизм, который существовал в 60-е годы, его снова включили. Он состоял из двух факторов. Снова стали давать отказы, и снова перестали брать, значит, самые вызовы, стали брать только от прямых родственников. И таким образом, за 3 года, 80-81 год, советским властям удалось сбить иммиграцию. Значит, в 81 году уехало 21 тысяча человек, в 80-м уехало 21 тысяча человек, из них в Штаты 15 тысяч, в Израиль 7 тысяч. Видите, как падают эти цифры, да? А уже в 81 году они фактически сбили иммиграцию на уровень меньше, чем 10 тысяч человек. В 81-м было 9 тысяч, в 82-м 2 тысячи, в 83-м 1300 всего выехало из СССР по израильской визе выездной. В 84-м году менее 1000 человек, в 85-м 1000, в 86-м 904 человека. Дальше наступает эпоха перестройки. Там тоже все было абсолютно не гладко. И тоже мне вот эти вот документы удалось найти, в частности, в украинских архивах. И очень четко видно, что произошло. Начиная с января 87-го года, было решено вновь вернуться к практике 70-х годов. То есть, сейчас я просто могу зачитать, если я найду вот этот документ. Ну, скажем так, я не столько прочитаю этот документ, сколько вам процитирую. Вот я нашел такую очень интересную табличку, была. Это внутренние документы там с советского АВИРа, они посылают в МВД свои отчеты, и у них совершенно четко видно. Например, ходатайство о выезд в Израиль и отказы, ходатайство о выезд в Израиль в 86-м году. Скажем, например, в городе Киев в 86-м году 133 человека подало на выезд, и то есть у них приняли документы. Они подали, соответственно, с вызовами от прямых родственников. Отказы 44 человека. В 1987 году 1035 человек подало на выезд, отказы 21 человек. В Львовской области
86 году 95 человек подало на выезд, отказа 59 человек. В 87 году 164 человека подали на выезд, отказ 1. То есть, значит, произошла именно та самая резкая смена. В 86 году в Украине 65% отказов, подача 783 заявления. А в 87 году 3000 ходатайств и отказы составили меньше 2,5%. В 87 году власти начинают выпускать отказников. В 87 году Горбачев, соответственно, проходит уже несколько раундов встречи Горбачева с Рейганом, и советская тема вновь становится актуальной частью повестки переговоров в верхах. Новый этап смягчения международных, новый этап как бы сближения Соединенных Штатов и Израиля, Соединенных Штатов и Советского Союза вновь сталкивается с еврейской темой, и, как я понимаю, в 87 году власти принимают решение позволить всем отказникам выехать, и большая часть отказников выехала примерно в 87-88 годах, включая даже вот тех, которые как бы в тот момент уже сидели 18 лет, и более того, там над ними еще достаточно жестко издевались в середине 80-х годов, отказников, вот этих вот выдающихся, которые были на самом деле истощены и как бы раздавлены многолетним сидением в отказе, да, вы понимаете, что они нигде не работали, что постоянно их сажали там на 15 суток, их детей забирали в армию. После середины 70-х годов или там в 86-м году, 85-м уже при Горбачеве их вызывали и говорили, что мы были лишь в отношении вас принято решение, вам никогда не будет позволено выехать из СССР. Назывался вечный отказ. Это была такая форма давление на людей, чтобы они, соответственно, сломались и как-то там сказали, ну ладно, там, давайте я буду молчать, а вы меня выпустите. И давайте я не буду там сопротивляться, вы меня выпустите. И, кстати, то же самое было в отношении узников политзаключенных в Советском Союзе. Их тоже стали выпускать в 87 году, но выпускали их только если они подписывали заявление о том, что они не будут заниматься антисоветской деятельностью. Соответственно, большая часть еще там сидела полгодика или год, и пока, соответственно, ну не подписывала, естественно, и ждали, пока перестройка, так сказать, набирала обороты. Вот. Что произошло, значит, дальше? В 87 году иммиграция из Советского Союза составляла порядка 8 тысяч человек. Но стало понятно, что значит, вновь выпускают. И в 88 году уже 80 тысяч человек, то есть совершенно абсолютно беспрецедентная для Советского Союза цифра, 80 тысяч человек выехали из СССР. И все еще они выезжали из Вены, все еще не было никаких прямых рейсов и прочее, прочее. В 1988 году достаточно еще советское время в целом. То есть пока еще как бы не наступила эпоха таких вот колоссальных изменений. Это еще не 89 год и не... Каждый год буквально, ну, опять же, если вы изучали эпоху перестройки, то буквально каждые полгода меняли абсолютно политическую ситуацию в стране. До 88 году там еще проходит 19-я партконференция, значит, никакого там съезда народных депутатов нет, никакой не существует формальной оппозиции. Да, Сахарова Андрея Дмитриевича уже выпустили из ссылки в Свердловска, но в любом случае, как бы, все еще советская власть весьма-весьма крепка. Вот, значит, в 88 году выезжает из Советского Союза 80 тысяч человек, и большая часть этих людей просто все уезжают в Штаты. То есть процент алии буквально там 12% был, по-моему. И такая же ситуация наблюдается в 89 году, идет экспонентный рост выезда. Вот тут уже, что называется, стали думать, почти очень многие стали думать, почему? Потому что как бы всем кажется, что вот-вот наступит крах, да, голод, я не знаю, там распад, гражданская война. 89 год, это уже, плюс к этому распространяются слухи о грядущих погромах, Сосновое общество памяти. То есть начинается такая серьезная миграционная волна. Но большая часть этих евреев, которые выезжают в 88-89 годах, по-прежнему в Вене встречают сотрудника ХИАСа и начинают ехать в Америку. И дальше, значит, происходит такой момент, сейчас не буду о нем подробно касаться, потому что времени мало, но израильское правительство в лице службы «Натив», которую в тот момент уже возглавляет Яков Кедми, они проводят определенные как бы сепаратные переговоры с американской стороной и говорят, ну смотрите, вот по нашим данным, если вы не закроете Америку, то вам вредит 1 000 000 человек из Советского Союза на следующий год. И как бы хотите, те говорят нет. Все-таки нет, потому что, а вот мы хотим.
Вот мы Израиль, мы примем хоть миллион репатриантов из бывшего СССР, потому что вот как бы наша страна такая, да. Соответственно, и принимать решение о закрытии венского транзита. Но помимо этого, Соединенные Штаты принимают так называемую поправку Лаутенберга. Поправка Лаутенберга, она говорит о том, что получить статус беженца в Америке могут теперь люди, у которых есть родственники в Америке. И таких людей может быть не больше, чем 45 тысяч человек в год. Она дается как для евреев, так и для пятидесятников. И еще была какая-то религиозное вещество, я сейчас не помню. Но в основном это была еврейская квота. То есть, забавным образом, все 70-е годы боролись, значит, за то, чтобы обеспечить свободный выезд. И как бы вот эта вот тема наличия родственников, наоборот, включалась с Советским Союзом, чтобы ограничить выезд. В 89-м году поправка Лаутенберга, значит, в результате поправки Лаутенберга было сказано, первое, всем, кто хочет выехать в Америку, пожалуйста, в американское посольство в Москве. Очередь. Значит, все, кто хочет попасть в эту очередь, у них должны быть вызовы от родственников. И все должны попасть в эту квоту, которая, значит, составляет 40-40 или 50 там, в тот момент тысяч человек. И, соответственно, появляются уже две очереди. Одна очередь — израильское посольство, куда в тот момент уже открывается, и там начинает работать консульская служба, или там консульство Израиля открылось. И вторая очередь, соответственно, американское посольство развели, и дальше американский ручеек все по-прежнему уменьшался. Но что интересно, поправка Лаутенберга до сих пор действует. Это просто мало кто знает, да? В этом смысле дорога в Соединенные Штаты для родственников, она по-прежнему открыта. Вы можно уехать, если у вас есть прямые родственники: мать, отец, брат, сестра и муж, жена, ребенок, несовершеннолетний. И это, соответственно, вот такая вот очень интересная история, которая заканчивает эпоху вот этой вот сложной эпоху эмиграции советских евреев из СССР, происходившейся в условиях жестко тоталитарного государства. Но это такой очень интересный феномен, который на самом деле, какие тут можно сделать выводы, в общем-то, в целом, по поводу этого сюжета. Смотрите, эта история, она показала, во-первых, что она позволила в целом еврейскому народу в последние трети 20 века консолидироваться, да, то есть возникло, советские евреи постояли некий, осколок, да, отколотый от основного еврейского мира. Благодаря борьбе за выезд советских евреев, благодаря вот тому, что в начале сотни тысяч, ну, за период с 67 по 87 год уехало порядка 200 тысяч евреев из Советского Союза, и, соответственно, во-первых, значительная часть переселилась, а потом за ней большая часть евреев вышла, и создалась так называемый вот этот феномен Russian Jews on Free Continent, то, что Лариса назвала свою книгу, то есть еврейская русскоязычная община стала транснациональной, и фактически сегодня она является еще одним таким неким цементирующим некоторым звеном, которое связывает разные части еврейского народа. Что еще произошло? Произошел очень важный прецедент международный. Это, значит, общественное движение, которое поставило права человека выше, чем, соответственно, интересы страны, выше, чем международные отношения. Это тоже сыграло колоссальную роль. Что было важного для, ну, понятно, для Израиля, приезд 1 миллиона евреев из Советского Союза обеспечил колоссальный рост экономического, научного, военного потенциала, политического. Что важно, многие те люди, которые были в отказе, смогли занять важные какие-то позиции в израильском обществе. Например, в 1984 году был посажен активист, учитель иврита Юлий Эдельштейн, молодой парень, был посажен, значит, на 3 года в тюрьму. Сейчас этот человек возглавляет Кнессет Израиля. Да? Натан Шаранский смог создать первую русскоязычную израильскую партию. Потом он, соответственно, сейчас он возглавляет... Чего возглавляет Шаранский? Еврейское агентство Сахнур. Да? Много людей, не только Грин, но огромное количество людей, уехавших в Соединенные Штаты,
достаточно преуспели там. Ну, правда, никогда советские евреи в Соединенных Штатах не смогли себя почувствовать, скажем так, равноправными с точки зрения своего положения в обществе, так как советские евреи в Израиле. То есть советские евреи в Израиле абсолютно не декларативно ощущали эту страну своим домом, и то, что мы видим, абсолютно, так сказать, воспринимались израильским обществом на равных. Ну, понятно, что был там потолок, там все эти разговоры о том, что репатриантам не дают продвигаться и прочее, но в целом нельзя даже сравнивать уровень интеграции в общественно-политическую жизнь евреев, которые приехали в Соединенные Штаты, русскоязычных, и евреев, которые приехали в Израиль. Конечно, можно говорить о том, что там 500 тысяч евреев, которые уехали по линии ХИАС в Соединенные Штаты, это капля, и они там не имеют никакой электоральной силы, еще чего-то, но в целом вообще за всю историю американской еврейской русскоязычной общины только один или два человека однажды стали депутатами законодательных собраний уровня штата. То есть ни в Германии, ни в Соединенных Штатах никакие русскоязычные евреи никаких серьезных политических постов не занимали. Только в Израиле. Поэтому в этом смысле, безусловно, это был важный момент. Но что было важного для американского еврейства? Американское еврейство, благодаря советскому фактору борьбы за советских евреев, пережило абсолютно такой невиданный всплеск национальной гордости сами за себя. То есть нынешнее руководство большинства американских еврейских организаций, которым сейчас где-то 60 лет, 50 лет, большинство из них начало свою жизнь в еврейской общине именно как активисты борьбы за советских евреев. И это очень важная история для американских евреев в целом, для организованного еврейства. Благодаря советским евреям возник вот этот вот суперважный кейс. То есть возникло, помимо того, что американские евреи выступали за Израиль, да, у них возникла еще целая задача, это именно борьба за советских евреев, и это очень их консолидировало именно как евреев, помогло им сохраниться во многом как активный интерес еврейского населения к еврейской общине. И это тоже очень важный фактор, о котором не нужно забывать. Ну, что я хотел бы сказать в заключение уже. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте просто поговорим в режиме вопрос-ответ, если я что-то не сказал. Если кто-то из вас хочет изучать тему советской еврейской эмиграции, опять же, призываю всех попробовать найти в архивах документы, которые раскрывают именно механизм подач и отказов в 70-е и 80-е годы. Потому что, как ни странно, до сих пор в западной историографии не все как бы убеждены, что до сих пор есть точка зрения, что Советский Союз всегда очень точно манипулировал цифрами отъезда, и что чуть ли не Советский Союз знал, кто едет в Америку, кто в Израиль, специально, значит, посылались, отдавали разрешение людям, которые едут в США, а не которые едут в Израиль и так далее. Поэтому в этом смысле именно советские, бывшие советские архивы, они способны вот дать нам ответ на этот интересный вопрос. Если, конечно, интересно. Спасибо большое за внимание.